toward infinity. Infinity. The palm of your hand. And eternity. Всем привет. Давайте попробуем изучить еще один удар. Левый боковой. Как он делается, я сейчас вам покажу. И почему он проходит. Там есть небольшая тонкость. Смотрите. Ноги пока показывать не будем. Берем общий план вверх, пояс. Чтобы конкретно вырубить, не сделать ему сечку, а вырубить. Есть положение 45 и прямой 90, угол здесь держится, проход. Там работа идет корпус. Чтобы удар получился сильнее, руку обязательно держать здесь. Если она у вас болтается во время этого удара, он уже неэффективен, он не акцентирован. И потихонечку изучаем. Раз. Цель также держим перед собой, чтобы она была как по центру, как грудь, так здесь, по прямой линии. И сбиваем. Обычная отработка. Чтобы соперник вас терял из виду, надо с его уровня глаз вам немножко уходить. То есть движение легкое. Входим сюда и бьем. Не бейте по прямой линии на него, он вас видит. Чтобы он вас терял, у вас получается. Раз. И только потом вход. Стояли. Удар. Еще одно упражнение для того, чтобы ваши руки были более расслаблены, мышцы, чтобы летели, их надо растягивать постоянно. Если вы качаете бицепс, закачиваете, то у вас не будет скорости. Это давно изученный момент. Можно качаться, но вы должны себя растягивать. После каждой тренировки, когда хорошо размялись, раскидывайте руки, чтобы она вылетала. Не надо брать тяжелые гантели и пробовать прокачивать их дальше. Взяли аккуратненько. Перед зеркалом еще где-то. И спокойно бросайте. Рука должна выходить. И в то же время не вылетать, а сжиматься в удар. Раз. И также боковые. Можно спокойно стоять, делать растяжку в руках. Примерно так.